Привет, друзья! Добрый вечер! Мы вас рады приветствовать на онлайн-банкете, посвященном итогам каталога номер 6. Ребят, покажите, как вы умеете хлопать и приветствовать партнеров и поздравлять с успехами. А теперь поставьте плюсики, смайлики, как нас слышно. Дайте обратную связь, а то мы начали говорить. Ну, судя по тому, что Видно вы... же, что слышно. Ну да, мы говорим же. Итак, друзья, хотим представиться. С вами Булавцев Михаил, старший менеджер 22% нашего интернет-проекта. И я Лилия Донскова. Я с вами. Я вас люблю и обожаю. Итак, поехали. И мы рады вас приветствовать сегодня на подведении итогов каталога номер 6. И начинаем наши итоги, конечно же, с цифр. Цифры, которых мы достигли с вами, добились, заработали и тому подобное в каталоге номер 6 нашей большой команды. Итак, товарооборот нашей команды составил без малого 25 550 бонусных баллов по результатам каталога. Если пересчитать в деньги, то выходит 724 тысячи рублей за 3 недели. Если перевести данные цифры в привычный месячный товарооборот, то составит почти 1 миллион 70 тысяч рублей. Ого. Круто, да? Наша команда создала такой товарооборот 1 миллион рублей с лишним, почти 1 100 000. Только по России, если прибавить международную ветку, еще больше будет. Друзья, очень многие магазины даже не могут похвалиться такими результатами. А мы можем. Итак, Wellness у нас поставил новые рекорды потребления Wellness-продукции. Мы просто становимся еще здоровее, красивее, бодрее, веселее и так далее. Из каталога в каталог. И те, кто употребляют продукцию Wellness, видят положительные результаты. Да, очень круто. Почти 8 тысяч баллов. Да. Это нечто. То есть директорская структура. Стартеров, то есть новичков, у нас пришло 145 человек в команду. Из них 43 человека у нас совершили свой первый заказ и 27 рекрутов, квалифицированных рекрутов, людей, которые совершили заказы на 100 баллов и более. И 14 человек мы разбудили. Молодцы, мы молодцы. Аплодисменты вам всем. Ребят, и заработали мы 216 тысяч 60 рублей 8 копеек на всех. Круто. Бонусы по премьер-клубу составили 71 тысяча. Другие бонусы почти 13 500. И объемная скидка 131 тысяча 321 рубль. Так, а теперь, друзья, поставьте, пожалуйста, плюсики, смайлики, кто из вас является получателем зарплаты. Да, кто получает денежки уже по премьеру или... За нас два плюсика. Да, за нас плюсик-плюсик. Да, у нас уже есть в команде несколько человек с открытым ИП и уже получают деньги на карточку. Вообще очень круто. В пятницу ждем зарплату. Да, в четверг или в пятницу, каждый раз по-разному, нам приходит зарплата, приходит такая радостная смс-ка о начислении денег раз в 3 недели. Ага. Очень всем советуем скорее расти, скорее открывать ИП и радоваться вместе с нами. Да, и реализовывать все свои мечты. Итак, наши достижения. Какие же новые уровни в каталоге номер 6? То есть сколько этих новых уровней? Итак, уровень 3% у нас достигли 73 человека впервые. 73 партнера вышли на первую ступеньку лестницы успеха. Уровень консультант 6% достигли уже 26 человек. Ага, продолжаем. На уровень 12% у нас вышел один человек. И мы его поздравим чуть позже. Да, это пока секретик. И у нас есть получатель премии. В этом каталоге у нас один человек получил премию по программе Turbo Рост. И это у нас... И это у нас... Барабанная дробь. Пу-пум. Салют! Честь Викулина и Людмилы! Аплодисменты, ребята! Вот это умничка, мама двоих деток. Очень настырная девочка, вообще, я хочу сказать, просто супер. Получает 3000 рублей за то, что подтвердила уровень 12%. И, кстати, можешь продолжать дальше идти по программе Turbo Рост и заработать суммарно 13 500 рублей. Я думаю, что... Не то говоришь. Со стартовой программой путаешь. Почему? По 31... Turbo Рост. 31 500 рублей. А я сказала 13, да? Смотрю, главное, на цифры. Супер, молодчина, поздравляем, гордимся. У нас Викулина Людмила из команды
Склиренко Мария Да, и все Ольги верно. Мальцы. Звездочка такая. И наш самый, наверное, наши самые активные партнеры, получатели зарплаты, всех премий, бонусов, это участники премьер-клуба. Именно заказы на 150 баллов и более позволяют нам получать зарплату в компании Reflame. И таких человек, таких людей у нас 75 человек по итогам каталога номер 6, которые суммарно совершили заказ без малого на 15 тысяч рублей. Круто. То есть, Баллов. да, баллов. То есть 59% от общего товарооборота. И обратите внимание на статистику. У нас из каталога в каталог товарооборот участников премьер-клуба колеблется от 59 до где-то 65. То есть больше половины товарооборота всей команды, то того самого миллиона рублей Круто. и выше, делают всего лишь 75 человек. То есть к чему это Миша говорит? Что найдите таких людей активных, и вы выйдете на уровень директора очень быстро и с небольшой командой. То есть с маленькой командой можно выйти на такой огромный заказ. И у нас есть топ-10 по личным заказам, которые все вместе сделали на 5026 баллов. Я То есть вообще сколько молюсь. людей вам необходимо в команде, чтобы стать 10 человек. директором? Соответственно, 7,5 тысячи бонусных баллов, 15 человек, и вы Да. директор. И сделали больше, чем в прошлом каталоге на 300 баллов с Да, небольшим, на да. 310 баллов. Итак, посмотрим, кто же это в топ-10 у нас. Таких людей поименно будем называть. И это Мальцева Ольга, 877 баллов личный заказ. Лидирующая позиция. Да, это наш директор, показывает пример, как нужно работать. Донского Лилия и Булавцев Михаил. Суммарно 766 бонусных баллов. Склиренко Мария, 665. Пономарева Анастасия. 513 бонусных баллов. Лукоянова Елена, 449. Вау, вот это цифры. Рубцова Алевтина. 440. Юрова Нина, 392. Соломатина Юля. 344. Петропавлова Василиса, 302. И Васин Владимир 278 баллов. Ура, салют в нашу честь, молодцы. Ну, это, Поздравляем активных конечно, партнеров. очень-очень круто. И наши рейтинги по wellness-продукции. Топ-10 wellness-продукции самых таких максимальных Заказов. заказов, да. Итого 10 человек у нас заказали продукцию Wellness на 2459 бонусных баллов. Ну и кто же это? Признавайте, кто? И тут снова лидирующую Чате позицию занимает у пишите. нас Мальцева Ольга с заказом 613 бонусных баллов. Юрова Нина, 392 балла. Пономарева Анастасия 286 баллов. Донского и Булавцев, 200. Немова Ирина, 196. Обалдеть вообще. Кто себя видит, смайлики пишите. Халдикова Екатерина, 196 баллов. Лукьянова Светлана, 167 баллов. Сидорчук Светлана, 149. Брюханова Галина, 134 балла. И Карабахтян Айкуи, 126 баллов. Супер, поздравляем вас, активные Мужской партнеры. wellness рулит. Да, вы крутышки. Надо Оль, прям всех Оль. собрать, семинар, чтобы провели. Оля, видимо, такой тонкий намек, мужского wellness рулит. Расскажи потом в А чате. потому что у нее три мужика дома, их всех надо wellness-ом накормить, напоить. И... Друзья, переходим к потрясающей новости, которая уже в сентябре этого года нас всех порадует своим путешествием, красочным отдыхом в Сочи. Менеджерская конференция 2016 года в Сочи. Листай дальше. В шестом каталоге у нас прошел очередной этап квалификации. И точнее уже к квалифицировавшимся партнерам мы с Лилей и Викой Безумова можете присоединиться, Ну, не все, но многие еще да, бывают. абсолютно многие. Те, кто в свое время активно включился, листай дальше, активно включился в выполнение программы, и по итогам каталога номер 6 у нас таких 44 потенциальных участника менеджерской конференции в Сочи. Из них Вообще. 25 человек уже выполнили или перевыполнили план по квалифицированным рекрутам.
Круто. Но меньше все равно делать нельзя. Под Конечно, минимум ну, надо нужно делать. увеличивать в 2, в 3, 4 раза. Если вы выполните больше квалифицированных рекрутов, наберете, то, соответственно, вас будут выводить дополнительно на сцену и поздравлять с такими потрясающими результатами. Это по практике египетской конференции. Ага. Скажите, пожалуйста, ребят, кто из вас уже выполнил вот эти шаги? Признавайтесь, кто в этом списке? А я список составил, выверил всех поименно и после банкета загружу его и предоставлю всем на обозрение. Посмотрите данных всех людей, Ну, вообще здорово. Так, потенциальных путешественников. я знаю, что некоторые люди очень здорово боролись до последнего, в последний день каталога и победили в этой битве неравной. Я хочу поздравить команду Татьяны Гамоля. Да, есть некоторые результаты, не такие мощные, как хотелось бы. То есть групповой заказ 824 балла. Это моя пятая веточка, которая никак не раскочегарится. И есть достижение. Четвертый шаг про стартовой программы прошла Уланова Лариса. Поздравляем, поздравляем. И команда Белова Юлия. Это моя новая веточка совершенно. Мы только начали работать. Шестая веточка. И личный заказ у Юли 30 баллов. 380 по команде. Всего 6 новичков пришло в команду. То есть мы потихонечку начали собирать ключиков. И кто отличился? Это Болдырова Вероника и Шаткина Любовь сделали первые заказы активационные. У нас первый шаг прошли Мельникова Александра, мамочка двоих деток, и Тимофеева Ирина, город Саратов. Иринка сама меня нашла, моя бывшая одноклассница. Пришла на бренд. Да, сама попросилась в Одноклассниках, написала, вообще так здорово. Иринки нет сейчас в комнате? Нету. Ну ладно. И передаю микрофон команде Булавцева Михаила, а следующий будет выступать у нас Салимова Анна. Попросилась, да, вперед. И далее озвучим, кто будет. Передаю микрофон. Спасибо. Друзья, рад всех приветствовать еще раз снова. Приветствую свою команду в лице активных партнеров, которые посещают все наши мероприятия. И давайте подведем итоги работы нашей команды в каталоге номер 6. Суммарно мы набрали 7744 бонусных баллов. Молодцы. Но мы стараемся еще больше, еще лучше. Итак, хочу отметить наши достижения. Наши активные новички Николаева Юлия, Колосова Мария и Один Алексей, которые у нас пришли, разобрались и сделали активационный заказ. По наградам, по нашим новым достижениям, хочу выделить новых консультантов уровня 3%. Всего таких у нас 15 человек. Сейчас на списке вы видите часть из них. И самых активных партнеров я хочу, конечно же, озвучить. И это Варгина Наталья. У нас достигла первой ступеньки консультант 3% и прошла второй шаг стартовой программы. Наташу вы уже все слышали на семинаре. Мама четверых детей. Да. Четверых. И Послед... двое. последние двое Двойняшки. двойняшки, да. По Итак. годику всего. И один из этих четверых детей, Хамитский Константин, также вышел на уровень 3%. С личным заказом 160 бонусных баллов. Костя у нас еще и впервые квалифицировался в премьер-клуб и Еще прошел также красавчик. второй шаг стартовой программы. Поздравляем, Константин. Супер. Да. Следующие у нас трехпроцентники – это Цепсура Ирина с потрясающим большим заказом. Сразу же прошла первый шаг стартовой программы и квалифицировалась на уровень консультант 3%. Ну и, Круто. конечно же, премьер-клуб получила зарплату и так далее. Молодец, Ирина. Поздравляем. Еще у нас есть Малахова Любовь. Прошла четвертый шаг стартовой программы, квалифицировалась также в премьер-клуб и стала консультантом 3%. И Супер. это у нас сестра Лены Лукояновой. Лена своим Ух примером ты. показывает, как своих друзей, подружек, мамочек в декрете, своих родственников регистрировать в команду, объяснять все возможности компании Reflame и работать. Так, двигаемся дальше.
И хочу поздравить нового Ух менеджера ты! 12%. Да, у нас буквально в последние минуты каталога Тут родился. барабанная дробь. Да, новый менеджер Салют! 12%. Поздравляем! Поздравляем Пономареву Анастасию Настя, ты супер! с личным Слушай! заказом 513 групповым по без малого 2000 бонусных баллов. Настя вышла у нас на новый уровень менеджера 12%. Золотая Поздравляем! звезда, Юль. Не просто звездочка, а золотая звездочка. Очень настырная девочка тоже. Настя у нас мамочка двоих деток. У нее две дочки. Одна прям совсем маленькая дочурочка, другая побольше. Вы знаете, вот если кто-то говорит, что я не могу, я, да, там, у меня дети, я не успеваю, у меня дети, то другие говорят, я могу, потому что у меня дети, мне надо все успевать, потому что у меня дети, потому что мне их надо кормить, поить, выводить в люди и Потом еще и показать им лучшую обучать, жизнь. квартиру покупать, Конечно. путешествовать, возить. Настя, мы гордимся тобой, вот твоей настырностью, целеустремленностью. Ты мне очень напоминаешь меня. То есть я тоже, как, знаешь, вот как билась, вот билась, и я верила до последнего. И были у меня минуты слабости, когда я хотела, да, вот отступить, потом я понимала, но если я брошу, разве что-то изменится в жизни? И продолжала делать дальше. Ребят, давайте поаплодируем с удовольствием, Настя. Спасибо тебе за твой результат, за пример героизма такого. Ты супер. Мы тебе желаем мощного карьерного роста. Давай вместе. Дун. Так, поехали дальше. Спасибо. И мы переходим также к нашим активным партнерам, участникам премьер-клуба. И в этом каталоге, в прошлом каталоге, у нас их было 24 человека с заказами на 150 баллов и выше, которые совершили суммарный заказ больше, чем наполовину, почти на 70%. Это две трети. Две трети команды совершили 24 человека всего лишь. 5316 бонусных баллов. Я, конечно же, подготовил списки этих активных партнеров. Озвучивать их не буду. Вы можете посмотреть на слайдах, можете поставить плюсики, смайлики, восклицательные знаки, кто увидит себя. И, конечно же, озвучу нашего лидера. Еще раз Анастасию Пономареву с заказом 513 бонусных баллов, Рубцову Алевтину 440 бонусных баллов и Лукоянову Василису 359 бонусных. Лукаяну Василису? Ой, смотрю на Василису. Лукоянову Елену, хорошо, и Петропавлову Василису. И это, обратите внимание, 4 лидирующих партнера по личному заказу. Это все мамочки в декрете. Делайте вывод сами. Круто. Итак, Лукоянова Василиса. Итак, двигаемся дальше. Участники стартовой программы. Зато весело. Конечно. И первый шаг у нас прошли в каталоге номер 6. 6 человек. Цепцура Ирина, Малярова Олеся, Кудрявцева Татьяна, Красотки какие вообще, Лукоянова супер. Ирина, Остапова Ирина и Носов Павел. У нас активные партнеры. Второй шаг прошли 3 Третий. человека. Второй шаг прошли три А. человека из шести. Хамицкий Константин, Васильева Татьяна и Варгина Наталья. Вот такой вот семейный бизнес у Супер. Константина с Натальей. Третий шаг прошли три человека из четырех. Почти 100% выполнение. Карабахцян Айкуя, Шаповалова Марина, Алиева Зарина. Класс, вообще молодцы. Уже такие подарки шикарные. Поздравляем. И четвертый шаг прошли у нас три человека из трех, то есть Даже 100%. не удивляюсь. Конечно, чуть-чуть не переделал. Ежова Мария, Малахова Любовь и Абальмасов Антон показали потрясающие результаты, прошли всю стартовую программу целиком. Круто. И, конечно же, хочу отметить партнеров из нашей команды, активных партнеров, которые имеют возможность квалифицироваться на международную конференцию в Сочи. Сочи. Да? Миша, ты сегодня прям чудишь. Переделал слайды. 38 человек из нашей команды имеют возможность квалифицироваться на менеджерскую конференцию. Большинство из них уже выполнили план по квалифицированным рекрутам. И остается уже практически всем в седьмом каталоге показать рост и отрыв хотя бы в 1% уровень для того, чтобы полететь в Сочи в сентябре вместе с Мы нами. это сделаем. Да? Да, ребят?
Обязательно сделаем. Мы сегодня прикинули, вот прям по самым-самым скромным подсчетам нас должно быть 8 или 9 человек. Это самый-самый скромный подсчет. Но кто-то может рвануть вперед и сделать невероятное просто в последний момент. Да, давайте сделаем, это будет очень круто. Прикиньте, представьте, как будет здорово, весело. Это нужно, ребят, это нужно для бизнеса, это нужно, чтобы показывать фотки потом, целый год вы с ними будете работать, показывать людям, где вы были. Это личный бренд, в конце Конечно. концов. Это политика. Воспринимаем это как корпоратив. Да, очень нужно и очень классно. Спасибо, Миша, за поздравления. Еще раз вашу команду вообще поздравляем от всей души. Вы крутышки, молодцы. Сейчас передаем микрофон следующей команде, Анне Салимовой, и готовится у нас команда Ольги Мальцевой. Отлично. Итак, я Ольга Мальцева, представляю нашу команду интернет и поздравляю всех с закрытием шестого каталога. Представлю сразу ключевую команду менеджеров. Это люди, которые, в принципе, с нами на одной волне, которые выполняют главных два условия, которые всегда в бизнес-классе, да, и те, которые рекрутируют. То есть, как говорится, гребут двумя веслами вперед. И я хочу предоставить слово сначала Марии Склиренко. Сейчас я Маше дам микрофон. Секундочку. Маша, бери и поздравляй своих девчонок. Я думаю, они ждут это поздравление от себя. Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, книжку. Слышно? Хорошо, спасибо. Отлично. Неожиданно доволен недавно. Меня зовут Мария Скоренко, и я представлю свою команду. Первое, кого я хочу выделить, это, конечно же, Виталия Кулина. Она подтвердила уровень 12% и получает свои зарплаты еще плюс поэзии. Стоит 1000 рублей. Давайте, да. Не могу летать. Да, вообще молодец. Я очень рада за нее. Итак, у нас новые уровни. Это Николенко Екатерина. Спонсор Екатерина Крылова. Новый уровень 6%. Катя у нас пока только потребитель. И очень надеюсь, что активно начнет работать. За работы пока не очень получается посреди обучения. Я только мечтаю. Попова Ольга, спонсор Наталья Алешина. Тоже сейчас лежит в больнице. Спонсор я, это мой племянник. Давайте дальше. Тоже вышел на 6%. Так. И Иванова Елизавета, спонсор Дениса Пыва. Новый уровень 6%. Ольга Кубанова, спонсор Наталья Алешина. Новый уровень 3%. И Голикова Наталья. Четвертый шаг – это спонсор Люция Плотникова, это Оля Мальцева команда. Она прошла четвертый шаг стартовой программы. Да, семья потихонечку подтягивается. Лиза – это девушка Ваня. Ну, тут я не буду зачитывать. Это новые уровни 3%, новые уровни 6%. Если видите своих партнеров, то здорово. Дальше у нас Терешкина Анастасия, спонсор Людмила Викулина, прошла второй шаг стартовой программы. 112 баллов. Алена Хромцева, спонсор Самохина Татьяна, это третий шаг стартовой программы и личный заказ 150 баллов. Видите, что у Алены уже забрата. И первый шаг стартовой программы прошли Судилова Вероника, Иванова Ольга, это, кстати, мама Иванова Лизы, Экснера Ирина, Перевалова Алена, Скрипник Светлана, Терещенко Ольга и Викулин Андрей, это муж Люды. Так, давайте дальше. И тут я выделила всех, кто вошел в первый клуб. Это, конечно же, я, Мария Скляренко, с личным заказом 665 баллов. 42-й раз я в премьер-клубе. Это Виктория Безулова, менеджер 9% с личным заказом 183 баллов. Это у них вместе с мужем заказ. И Наталья Алешина, менеджер 9% с
личным заказом 230 баллов. Дальше давайте. Чтобы уложиться. Также Алексей Пахташев, менеджер 9% с личным заказом 157 баллов. Причем бонус заказ у Леши 100 баллов. Он первый раз попробовал wellness. Вот. Сергей Воробьев, консультант 3% с личным заказом 169 баллов. И Вероника Талеева, консультант 6% с личным заказом 151 балл. Дальше. И дальше пошли слайды. Раз, два, три. Как меня слышно? Молодцы. Самая крутая команда. Маша Склиренко. Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсик. Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсик. Отлично. И я поздравляю мою вторую веточку команды Ань Говоруха. По семейным обстоятельствам и по техническим причинам сейчас. Так, Бутейкин Дмитрий, спонсор «Любовь Бутейкин», это первый шаг стартовой программы. И премьер-клуб Анна Говоруха, 15 раз по нас в премьер-клубе. Алла Комиссарова, это спонсор «Виктория Белая» в премьер-клубе также. И Люция Протикова, спонсор Кашаева Клавдия, в премьер-клубе 9 раз. Все, давайте дальше. Я понимаю просто, что время у нас. И также у Оли есть еще украинская ветка. Это ветка Ольги Егоренко, менеджер 12%. У них называется в Украине это бизнес-класс. И в него вошли Марина Чумаченко, сама Ольга Егоренко и Наталья Арнаут. Также у Оли в команде выделилась Анастасия Шарова, спонсор Виктория Белая, премьер-клуб и третий шаг стартовая программа. Первый раз вошла в премьер-клуб. Когда первый раз входишь, это вообще здорово. Такая маленькая мотивашка. Не проблемы должны толкать вас в спину, а вперед вести ваши мечты. Это, наверное, главное. Учитесь мечтать. Тогда все будет замечательно. Всем спасибо. Давайте дальше. Всем добрый вечер. Как меня слышно? Поставьте плюсики в чат. Слышите меня? Угу. Отлично. Так, итоги шестого каталога. Команда Олеси Бахматовой. Это я. Вот здесь представлена часть моей команды, это самые мои активные партнеры. Света Гагарин, Наталья Лямина, Алена Попова, Катя Осоцкого, Галина Брюханова, Елена Резвинская, Света Сидорчук, Надежда Нагаева и Людмила Сухарева. Вот, это только часть моей команды, конечно, у меня команда гораздо больше активных. Давайте дальше слайды. Перейдем к активным новичкам, которые активировали свой бизнес. Это наши рекруты, которые разместили свой первый заказ. Давыдова Александра, она у нас прошла обучение в бизнес-школе, получила диплом, успешно прошла обучение. Гончарова Ксения, она тоже у нас сейчас проходит обучение, вот-вот уже получит диплом, так как она уже прошла все уроки. Чечеткин Максим, он тоже у нас получил диплом в бизнес-школе. Сережкина Дина проходит обучение. Костина Мария, Рыбакова Надежда, Уляшева Татьяна. Вот это все наши активные новички, которые поняли суть нашего бизнеса, наши рекруты. И дальше идем. Следующий слайд. Так, поздравить Гасанову Настю, она прошла первый шаг стартовой программы из команды Алены Поповой, такая красивая мамочка в декрете, с личным заказом 106 баллов. Дальше.
прошла второй шаг стартовой программы Веточкина из команды Светланы Гагариной с личным заказом 103 балла. Тоже мамочка. Фотографии, правда, плохо видно на фотографии, но, надеюсь, в следующий раз будет лучше видно. Дальше хочу поздравить Рябову Ларису. Она у нас вышла на первый самый уровень 3%, прошла второй шаг стартовой программы и вошла в премьер-клуб. Она, поздравляю ее с первым своим начислением, своим доходом с объемной скидкой. Дальше. Прошли четвертый шаг стартовой программы Бунакова Евгения и Гилева Вера. Это девчонки из команды Алены Поповой. Активные новички. И получают такой шикарный набор за 195 рублей. И дальше у нас участники премьер-клуба. Это партнеры, которые зарабатывают, получают доход, получили свой доход. Тоже не буду зачитывать список, у нас их 15 человек, и выделено красным, да, топ-5, 5 человек с максимальным количеством баллов заказа. Васин Владимир, Света Сидорчук, Исмайлова Эльнара, Жилина Людмила и Расчектаева Надежда. Вот. Это вот наши все активчики. Так, у меня все. Всем желаю успехов, успешного закрытия 7-го каталога. Передаю дальше слово. Команда мечты Анны Салимовой. Меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. На этом слайде представлены совсем-совсем немногие активные наши партнеры. Так, на этом слайде мы отобразили участников премьер. От 150 баллов и выше, или это команды, те, которые зарабатывают денежки. Тоже озвучивать не буду, посмотрите. Следующий слайд. Веточка команды Анны Вертей и Натальи Григорьевой. Здесь наша тоже далеко не все партнеры. Хочу представить, это моя мамочка Борисова Тамара. Мы с ней проходим стартовую программу «Жить шаг». Получили подарок за третий шаг. Набор за 9 рублей. В этом нашей с Анной Вертей команде две королевы продаж в этом каталоге. Это Мамченкова Анастасия, 231 бонус-балл. У нее скидка по премьеру 1175 и за группу 578 рублей. И я 202 балла, и скидка у меня по премьеру 966 рублей, и основная скидка 1469. Следующий. Так, команда Екатерины Нечевода и Анны Мутасовой. Знакомьтесь. Тоже не все активные партнеры. У Катюши Никонова Наталья прошла первый шаг стартовой программы. Ура, она молодец, вышла на новый уровень 3%. Личный товарооборот 151 бонусный балл, и она уже зарабатывает денежки. Скидка 693 плюс объем 130 рублей. Так, Исаева Оксана. Идет по стартовой программе, прошла четвертый шаг, личный балл 158 баллов, и скидка у нее 718 плюс 118 рублей. Ура! Следующий слайд. Так, у Влады тоже есть королева продаж, это Ельчина Татьяна, она практически каждый каталог у нас королева продаж, да, 216 бонусных баллов. И наши крутые. Их не так много, но они в тельняшках. Есикевич Дарин, 7 бонусных баллов. Кубовкина Галина, 43 бонусных балла. Кабанова Юлия, 14 баллов. Так, поставьте плюсики, как нас слышно.
Видно. Видно, слышно? Отлично. Супер. Угу. Ребят, спасибо огромное всем за поздравления. Команда подготовили очень красивые слайды, открыточки. Всех отметили. Надеюсь, никого не забыли. Очень приятно видеть, что в наших командах идет рост. В сравнении с прошлым годом мы, конечно, здорово продвинулись вперед. Это очень радует. И мы вам хотим сказать, что все достижения, все в ваших руках. Вот все абсолютно. Вы знаете... Я сейчас перебью, по памяти вспомнил. По сравнению с предыдущим годом, рост, каталог номер 6 mm-hmm. предыдущего года и каталог номер 6 этого года, рост примерно 40%. Хорошо. Хороший, отличный, потрясающий прирост. Хотелось бы, конечно, лучше. Все зависит от вас, конечно, от нас, от вас. Давайте расти вместе. И чтобы в следующем каталоге, в следующем году мы уже показывали не 40, 140, 240% прирост. Да, правильно, Юля, вот мне нравится твой смайлик, такой настрой боевой, бодрый. Ребята, вы знаете, каждый каталог – это для нас как такая маленькая эстафета начинается с воскресенья и до окончания третьей недели субботы. Мы идем такой, делаем марафон. И вы знаете, вот чтобы побеждать на чемпионатах мира, наши спортсмены проходят тренировки ежедневные, многочасовые. Многочасовые, ребят, представляете, чтобы достичь рекорда. И они знают, что только один человек будет чемпионом. Один из всех. А вы знаете, что вы можете тренироваться каждый день, и каждый из вас может стать чемпионом. Не один, а каждый из вас может стать чемпионом. Вы каждый можете быть победителем. Вы можете быть лучшими, показывать пример людям всему миру, что можно вот так вот, сидя дома, зарабатывать деньги. Ребята, делайте, действуйте, идите только вперед, не останавливайтесь никогда. Если вдруг вот что-то достало, там чувствуете неуверенность какую-то, сникаете, срочно звоните спонсорам, срочно надо поговорить, пообщаться, может быть, выплакаться. И вы знаете, откроется новый поток, откроется, как это называется, второе дыхание и попрет бизнес. Вы знаете, это очень важно, работать в команде. Вы должны помнить, что вы здесь не один, не одна, а нас много. Это мы сейчас в комнате, нас 20 с небольшим человек. На самом деле нас очень много, но у каждого есть своя причина, да, чтобы потом посмотреть в записи. Ребята, мы вас очень-очень любим, ценим. Каждый из вас является огромным вкладом в общее командное дело. И мы вами гордимся и знаем, что вы можете еще лучше. Говори. Уже сложно что-то сказать после таких слов. Команда, всем успехов, отличного старта в каталоге номер 7. Давайте его сделаем еще круче, чем каталог, чем прошлый каталог прошлого года, точнее. Так вот мы. С каждым разом еще лучше у вас все было. Пока. До встречи на наших общих мероприятиях. И буквально через 15 минут в школе для новичков. Да, пока, пожалуйста, пока. Приглашайте новичков на школу, чтобы они учились, потому что только обучаясь можно достичь результатов. Пока. Все, до встречи, ставим вам классный ролик. Пока-пока.